Так, пока я добирался тут домой, это у нас 26 мая 2021 год, Харьков, полнолуние, суперлуние. Пока я добирался домой с подокружной, у нас облачка чуть-чуть отступили. 22.01 по Киеву в Харькове, 26-го. Мая 2021 года. Кровавости у Луны поубавилось в связи с тем, что она уже выше над горизонтом. А вот четкости изображения, я думаю, сейчас будет поболее. И если бы не мои кривые руки, я бы вам это продемонстрировал. Так. Попробую сейчас уменьшить выдержку. О, вот вам и кровавость. Ты посмотри. Да, уменьшение выдержки вот такой эффект имеет. Сейчас. Немножко со штативом поиграемся. Но облачка все равно подходят, опять же, справа. Пошли, вот этот вот кратер мне очень нравится. Он сейчас в таком замечательном ракурсе. На самой линии терминатора. Уже это у нас вечерний терминатор получается. Вот тёлки, ветер поднимается. Пуп земли был. Это у нас пуп луны. Все, ничего не трогаю. Видно пиптик, да? Прям посередине этого кратера. Но я его вижу в окуляр четко. На линии терминатора граница тени и света. Ах ты мой золотой. Ну, кратер, конечно, а не пиптик. Так. Ничего не буду трогать, пускай ползет. Давайте сюда какую-нибудь торжественную музыку. Все время хочется в пещере горного короля. Пергюнта. Ты посмотри, какая краса. Ну, совсем уже близко облака справа. А, это что ж уже близко. Вот они уже. Это четвертый дубль. И только первые два у нас были. Без облаков. Ну, в принципе, так низко было над горизонтом, что... Ну, все, опять начала хмуриться луна. Опять у нас пошли тесты Роршаха. Опять мексиканские брови. Сросшиеся. Почему мексиканские? Просто сросшиеся. Это уже... Чисто украинский чуб. Привет всем из Харькова. Хорошо, опять луна от нас сбежала. Это уже маска. Возможно, Илона. 22.05 по Киеву, господи, 22.05 по Киеву в Харькове, 29
Так что ж ты 29-е? 26 мая, 29-е, это Виталик Иванов, это тебе с днем рождения. Заранее не поздравляю, не показываю тебе это видео. Ты мне, видать, вспомнился. Ладушки. Все, луна сбежала. Полнолуние, суперлуние, кровавая луна, дубль 4-й, то бишь есть еще 3. А пока все.